Я хочу обратиться к вам, дорогие друзья. Вы работать будете или нет? Это что такое? Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди, сделай дыхательные упражнения, это пройдет. Здравствуйте, я по поводу трудоустройства. Здравствуйте, проходите. Ага. Вот хотела бы к вам устроиться. Какое у вас образование? 6 лет ВКонтакте и 4 года в Инстаграме. А кто вы по профессии? Я тиктокер 6-го разряда. Здравствуйте, вы как представитель поколения тиктокеров. Пару напутствующих фраз, пару умных речей каких-то. А я в рек в топы попаду. Хочу в топы, пожалуйста. Серега, глуши камеру. Вокруг меня прекрасные люди, но я понимаю, насколько они дегенераты. С кем общаться? Самообладание – это аристократическая манера поведения, при которой ни при каких условиях вы не выказываете внешне своих чувств. А я хорошенький? А миленький? И ты меня прости за что угодно? Потому что... Ну что ты там, не знаешь, что делать? А не делай ничего. Отдыхай.